Бордо вот уже не первую неделю находится на карантине. От скуки стали интересными даже уборка и мытье посуды. Но только сейчас нам удалось раскрыть тайну нового места, где можно прекрасно проводить свободное время. Поставив лестницу, мы получили доступ на крышу, где можно загорать и наблюдать за окружающим. И сейчас мы зададим несколько вопросов очевидцам. Каковы были ваши ощущения, когда вы узнали о новом открытии? Я была очень удивлена. На этом месте очень красиво, можно наблюдать над людьми. Там можно загорать. Это очень специальное место. Один ветер над землей. Два ветра над землей. Три ветра над землей. Ну вот мы и на месте. Что будет дальше? Будут ли открыты новые места? Или мы уже достигли предел? Следуйте за нашими новостями. Агентство хороших новостей. Кирилл Капустин, город Бордо.